Милый, славный. Тебе следует это понимать. Я тебе не говорил. Ведь мой старик и 4 классов не окончил. А что касалось людей, не мог отличить локоть от зада. Но знаешь, чем занимался? Врачевал людские души. Я разъезжал с ним, зазывал людей, помогал ему и был тем, кого он исцелял. Иди, мой мальчик, я положу тебе руку на голову, и ты пойдешь. Старый бандит. Он думал, верит ему, а верили-то мне.